И всем привет, уважаемые зрители! Я продолжаю играть в Майнкрафт, жаркие приключения. Хотел сказать в GTA San Andreas. Вот, продолжаем играть в Майнкрафт. Вот, и вы мне писали, уметь дальность прорисовки вообще самый минимум. Я пробовал, играл за кадром, ничего не помогает. Это я понял, это влияет от компьютера. Так что, ребята, придется терпеть, вот, так что печально, вот, и вам хочу сейчас кое-что показать. Я сделал одну ачивочку, вот, я обещал, вот я вам сейчас покажу, и со свинозомбиса у меня выпал золотой меч, вот, так что очень классно, так что будет пролагивать, но что ж сделать, вот, и также свои ачивки вы можете писать в комментариях под этим видео. Так что сегодня 15 сентября, понедельник, вот. Так, здесь что-нибудь у меня есть? Нету. И, короче, продолжается учеба. Вот я здесь вот так вот сделал. И вы видите домик. Это была ачивка построить в аду домик. Это было задание Алии Туреевой. Вот, так что вот такой вот домик. Мне он лично нравится, такой классный, интересненький. Вот здесь обкапал, чтобы пережарить. Вот, и давайте зайдем, посмотрим, что внутри. Ну, внутри простенько. Здесь вот так вот. То есть, все очень простенько. Вот, так что вот так вот. И в аду я, как говорил, снимать я не буду, потому что и так зависает, лагает. А в аду это вообще будет пипец, поэтому придется мне в аду все самому, без съемки. Вот, так, и сейчас я вычеркну, так что я задание сделаю, вы также можете свое задание писать в комментариях под этим видео. Вот, и, так, я сейчас вычеркну, все, я вычеркну. Ой, не, не, взад мне, ой, взад, назад мне не надо туда. И в этой серии мы будем делать отель. Это задание, сделать отель, Лего Обзор ТВ мне написал, вот, несколько дней назад. И давайте же я его начну делать, вот, потом она будет поспать мне. Так, что вы яйцами разбрасываетесь? Засранцевый. Вот, и я начал говорить про школу, да, вот начался понедельник, была у нас алгебра, вообще ничего не понять, тема непонятная вообще. Ой, эндермен. Вообще ничего не понять. Вот, так что вот так вот. Здесь вы нас спросите, что это такое. Вот здесь я хочу статую сделать, это тоже задание. Но пока я не могу найти столько шерсти, вот, и еще Биг Бен все делается, так что скоро он будет готов. Вот, где бы мне отель сделать, где? Здесь ферма, а пусть отель будет здесь. Здесь типа такой маленький райончик. Отель я тоже не здоровенный буду делать, зачем мне большой. Я сделаю маленький, но классненький. И будет сочетаться шерсть белый и кварц. Вот, конечно, я не взял кое-какие блоки из кварца, ладно. Сделаем мы низ. Значит, мы сделаем где-то вот так. Отель, там лифт. Ну, лифт, как вы знаете, в Майнкрафте нельзя сделать, только там по-другому можно сделать с помощью блоков. Вот, поэтому будет у меня по-другому. Так. Сейчас мы сделаем кое-какую фигуру такую интересную. Вот. Так. Я вот тут на ходу придумал, что за домик будет. Так, да. Так. Так, я думаю, маленький будет, но... Но... Нормальненький. Так. Здесь дверька будет. Так. То есть вот мы начинаем делать отель, и уже в следующей серии, думаю, я... Что это такое там? Я смогу сделать Биг Бен, и уже надо будет мне дальше что-то сделать. И я потихонечку убиваю свинозомбисов, то есть пигменов. Еще мне на 41 убить, это вообще издевательство. Вот, влепим пока верстак сюда. А, тут есть верстак, ну ладно. Сделаем дверь. Вот как обычно, дверь нужна. Пол у нас будет... Сейчас мы посмотрим. Так что все. У меня теперь железный век, так сказать. Как бы я сначала деревянными вещами пользовался. Теперь
Раньше я... Потом я ищу каменными. Ой, каменными. Каменные, подождите, ладно. Из камня я использовал вещи. И теперь железный. Так что теперь у меня железный век, вот так можно вот сказать. Алмазы, не знаю, будет ли вообще. Ну, хотя у меня есть некоторые вещи. И еще алмазную броню я так и не сделал. 12 алмазов не нашел. Мне еще 10 надо, так что... Пипец. Так, сейчас мы все это откопаем. Так, сколько я откопал? Ага. Не хватит мне белой шерсти. Это надо будет мне булыжником заделать. Вот, сейчас отель будет у меня потихонечку строиться. Уже темнеет. А это означает, что за две ночи убить 10 зомбисов. Но я могу и за одну ночь. Потому что когда я за кадром играл, этих гадов здесь столько было, что я не знаю. Перли со всех щелей, так сказать. Так. Лифт даже не знаю, какой сделать. Вот, потому что очень хочется лифт сделать. Так, у меня такие окна. Так. Так, вот сейчас маленькие лаги. Так. Пока поставим, чтобы было светло. Я время опять не засек. Я просто молодец. Здесь вот такая будет лестница, я думаю, как-нибудь она у меня получится. Так. Попробуем убить зомбиков, как раз эти гады придут сдалека. Булыжниками, естественно, не хватает, но ладно, я за кадром доделаю пол. Да, булыжника не хватает. Так, теперь. Кварца тоже очень много надо будет, так что... Хотя, подождите-ка, я могу чередовать кварц-шерсть. Давайте попробуем. Так, да? Здесь. Вот так. Сейчас посмотрим, ребята, как это будет смотреться. Будет ли это красиво вообще? Вот посмотрим. Вот хотя бы вот здесь попробуем. Как? Потому что белый-белый как бы... И что это такое? Так, пока гадов нету. А если... Сделать так. Тут там она так. Факелок сюда, чтобы было светло. О, один гад бежит сюда, да? О, один бежит. О, ведьмы. Засранки. Так, мне надо 10 убить. Одного я сейчас убью. За две ночи я... Если не получится за две ночи, то тогда хотя бы в общем убить 10 зомби ночью. Потому что я... Вряд ли убью их. А вот еще один гад идет. Так, значит, еще 8 надо убить. Вот, ну иди сюда. Вот тут. О, я тебя убил. Ну а черт это. Так, смотрим, есть еще гады. Вот там есть еще зомби. Давайте его приманим как-то. Ладно, сами придут, если надо. Так, посмотрим, например. Здесь, если, например, вот такую какую-то схему проделать, так. Здесь у нас так. Так, о. Так, еще 7 надо убить. Вот это очень хорошая ачивка, потому что эти гады идут со всех щелей. Так, а это чья ачивка? Убить 10 зомби за 2 ночи. Good day, кадамба, как-то так. Еще 7 зомбиков. Давайте, ползите. О, куда это мы там помчались? Конечно, я могу побежать за зомбиками, но мне еще хочется построить. Этот увидит, болван? О, видит, конечно. А, отсюда увидит? Уже увидит, отлично. Так. Так, смотрим, пока он идет. Долго идет, если честно. Так, еще у нас получается, нам надо 6 убить. Так, на тебе это за все. Морковь, дай, морковь. Почему морковь мне не даем? Ладно, так, еще 6. Если что, я поставлю на паузу и поищу этих гадов. Так, дальше строим отель, потому что я хочу сегодня. Ох ты, гад. Так, смотрим. Еще 6 зомбиков, чтобы не забыть. Так, там скелетрон, но он мне не нужен. Так, смотрим дальше.
Отель, например, здесь окошко, здесь окошко. Здесь мы делаем вот так, 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 так. Какой такой вот дизайн. Хотя дизайн, с меня дизайнер. О, еще один болван прет. Бежит. Так, еще пятерых надо прибить, ребята, так что у нас... О, где еще зомби? Где еще зомби? Странно, я слышал, но... Но-но-но. Так, еще надо пятерых. Так что, возможно, за ночь убить, сука, гадов. Так, ставим стеклышко. Так что, думаю, отель будет нормальный. Так. Надо, если раз я уж начал эту ачивку, надо ее и закончить. Так что, сделаем отель и убьем этих еще пятерых зомбиков. За две ночи, да. Но я могу и за одну, то есть сейчас быстренько сделать. Так, как у меня здесь чередуется? Здесь углы, так, да. Теперь мы кварц ставим сюда, 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 да. Теперь мы делаем такое вот. Интересно, то есть надо как-то импровизировать. Так, сюда чпок, сюда оп, оп, так. Что-то творим, какую-то фантазию делаем. Так, так, так. Так, так, так. Так. Пусть будет вот так как-то. Так, гадов нет пока. О, вот сейчас заспаунилась самая тема. Мне еще надо пятерых убить. Да? Один ползет, второй ползет, и получается троих надо будет. Круто. О, еще один заспаунился. Еще двое, ребята, я могу это выполнить задание. Только морковку дайте мне. Потому что это тоже задание. Давно было. Куда ты ползешь? Морковь? Нет, ну и ладно. О, так. Он мне что-то дал. Я видел, что он мне что-то дал. Так, я убил сколько? Я убил... А, мне еще двое надо. Да, трое, там еще двое. Так, еще один. Вот. Один меня видит. И еще один останется, и все. Там нет гада. Там есть зомби, блин. Мне бы еще один зомби, и будет задание выполнено. Давай, давай, быстрее, мне надо отель делать. Отель паруса. На-на-на-на-на. Морковь. Ну правильно, кто ж морковь будет давать? И еще один зомби мне нужен, надо будет поискать, потому что очень будет обидно, если я убил девятерых, и еще один надо, а я не сделал, это будет обидно. Так, втыкаем сюда факела. Этот убираем. Этот убираем, втыкаем сюда. Так, ищем. Еще один зомби, еще. Один зомбяра. Конечно, я могу туда побежать, но я не хочу. Крипер, это он мне мешает. Так, теперь мы дрим здесь. Здесь я хочу... А, здесь я вообще хочу стеклышко поставить. То есть, здесь... Так, еще... Ух ты, там... Так, 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 так. Делаем вот такую вот тему. То есть, я хочу вот так... Здесь так, здесь так. То есть здесь типа вот так вот. Так, 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 так. Так, так. Блин, надо убить зомбика одного. Все, ребят, побежали убивать последнего зомбика. Что будет, то будет. Прибьют, так прибьют. Все. Зомби, давай сюда, давай, давай, иди сюда. Дружба. О, скелет. Ха, он провалился. Иди сюда. Морковь дашь? Иди сюда. На тебе. На. На. И на. И, в общем, все. Мы задание сделали. Все. Убить 10 зомбиков я сделал. Так что это задание было кого? Это Good Day Kadamba. За две ночи я убил за одну. Это тоже считается, потому что за одну ночь это вообще хорошо. То есть, типа, профессионал. Вот, и... Так, убить. Ага.
Убить эндермена с деревянным мечом. Потом мы сделаем, так что потихонечку у нас идет дело. Так, и давайте дальше строить отель. Там скелетов дофигище. Так, углы я хочу делать вот такие. Так, так. Здесь вот так. Здесь так, так. Здесь мы делаем так. Теперь мы делаем так. То есть вот такое чередование. Так. Сюда ставим так. Здесь у нас будет стеклышко. Сюда так. Сюда так. 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 Как-то вот так. Смотрим и улыбаемся. Да. Так. Сюда. Сюда. Сколько еще? Это раз. Так. Ага. Все. Черт, бежим, бежим, бежим. Так, я за временем не слежу. Я не знаю, сколько я снимаю. Крипер, ты? Газ. Где этот газ? Чтобы он мне сзади не подорвал. А где он? Да ну нафиг, вы издеваетесь. Ах, вот, ему отель понравился. Ой-ой-ой, меня сзади еще стреляют. А вот и вылез. Наш охранчик, да? Не взорви мне. Так. Так, все, убили гада. Давайте, ребятки, я закончу. Я доделаю, сколько у меня вот есть. Потому что меня уже стреляют. Сколько у меня есть этой шерсти, кварца. И в следующей серии мы продолжим делать отель. Вот, и может мы убьем эндермена ночью с деревянным мечом. И пишите ачивки оригинальные, то есть какие-нибудь такие интересные. Там сделать вот как отель, сделать там корабль, я потом сделаю горки тоже, такая интересная. А может какую-нибудь такую ферму, как бы, например, ферму куриц, но, например, в таком виде или в дизайне, или, например, как раньше было. И если вам понравилось видео, то можете подписаться, поставить пальцы, прокомментировать. И на этом все. Всем пока. Всем пока, ребята.